Мир вам, друзья! Меня зовут Василий Попирник, и я являюсь старшим пастором церкви Seattle Bethany. В этом году наша церковь отметила свое 30-летие. За эти годы тысячи людей прошли через нашу церковь, и мое желание как пастора этой церкви, чтобы мы росли в качестве и углублялись в вере. Но вместе с качеством наша церковь растет и количественно. Все эти годы мы арендовали помещения для наших служений, и это очень ограничивало наши возможности служить. Мы благодарим Бога, что наконец мы смогли приобрести новое здание. Это огромная радость для нашей церкви. Я хочу пригласить вас в наше новое здание, и давайте мы пройдем и посмотрим, что там внутри. Мы заходим в центральный зал, который рассчитан на 500 посадочных мест. Там впереди будет сцена, ну а здесь сам зал. Здесь мы планируем разместить классы, чтобы дать нормальное образование детям, которые завтра, возможно, станут пасторами, миссионерами, докторами и просто порядочными людьми. Мы имеем прекрасно организованную команду учителей воскресной школы и верим в важность служения нашим детям, чтобы с раннего возраста вкладывать в них Божий закон. А здесь мы хотим построить зал для праздника, ведь у нас в церкви много молодых людей, которые потом создают семьи, и это тоже наша ответственность – дать им место и время для их общения. Вот там мы планируем выделить место для библейской школы, через которую люди возрастают в вере и служат этими знаниями для других людей. Все это очень важно и необходимо, но впереди у нас еще долгий этап строительства со многими финансовыми вложениями. Это особенное время для нас. Время, когда мы открыты для вашей поддержки и помощи, как молитвенной, так и финансовой. Мы уже вложили своих средств больше миллиона долларов, но нам, чтобы завершить строительство, нужно еще полтора. Кто-то скажет, вот бы этот ролик посмотрели богатые люди, а я? Что я? 80% добрых дел в мире совершают простые люди, такие как мы с вами. Для матери Терезы, которая служила в Индии, кто-то сказал, то, что вы делаете для Индии, это всего лишь капля в море. На что она ответила, но без этой капли океан будет неполным. Друзья, обращаюсь к вам, помогите нам. Внизу вы видите информацию, куда вы можете пожертвовать ваши финансы. Я уверен, что каждому из вас, кто расположился помочь нам молитвами и финансами, Бог уже приготовил большие благословения.